Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, вам необходимо прожить травму, которую вы получили в результате такого неприятного, очень происшествия в вашей жизни. Это, значит, ну, то, что вас бросил муж на 7-м месяце, значит, беременности, что, естественно, повлияло на вас достаточно негативно. Вот, и вам, конечно, очень сложно, очень тяжело и трудно сейчас, вот, с одной стороны, я вас понимаю, и тем не менее, я думаю, что вы немножечко не, ну, как бы, я думаю, что вы, вам нужно двигаться дальше, вам нужно идти дальше, вам нужно двигаться вперед, вот, вам нужно, как бы, смотреть на то, чтобы становиться мамой, и я думаю, что он вам нужно смотреть в будущее, вам нужно обращать внимание на то, что вы будете ответственны за ребенка, вот, и я понимаю негативные чувства, которые у вас, которые у вас есть, но эти негативные чувства, негативные эмоции, они вредят очень сильно и как бы не изменит этого муки совести вашего практически бывшего мужа, вот, не изменит этого ничего. Поэтому я думаю, что сейчас вы идете по очень деструктивной дорожке, думаю, что вы тратите энергию свою, тратите свои силы на, по сути, человека, которому вы не нужны. Вот, вы тратите свои силы, свои возможности во вред своему ребенку. Вот. И во вред себе. Вот. Поэтому как бы это вот то, на что вам нужно сейчас обратить внимание. То есть обратить внимание, цели, приоритеты вы сейчас, тем ли приоритетом вы сейчас следуете. Вот. И, собственно, вам больно. Вам очень больно. Но эту боль можно прожить. И в этом вам поможет психолог. Если вы хотите, конечно. Чем быстрее освободиться от боли, быстрее сможете жить дальше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.